Конечно, в первую же очередь, Сергей, хотел бы вас спросить об так называемой инаугурации Путина, коронации Путина, потому что в пятый раз Путин стал президентом России. 7 минут 24 секунды длилась его речь. Сергей, какие у вас впечатления от того, что говорил Путин? И что интересно, хочу сказать, что он не вспоминал, как он будут бить по Западу, по Берлину, по Лондону, а он там вспоминал о том, что он готов к переговорам. Ну, во-первых, вы говорите про коронацию. Это никакая не коронация, потому что коронации проходили не в этих залах Кремлевского дворца. Коронации проходили в Успенском соборе Кремля. Вот, и здесь никакой коронации не было. Это было, естественно, переназначение просто одного и того же человека. На седьмой раз он пошел, да, потому что я вам напомню, что считается, что у него шестой срок, да, пять сроков он отсидел. Или подождите, нет, что он на пятый срок идет, да. На самом деле, когда он пришел на свой третий-четвертый срок, это был уже сроки по 6 лет. То есть он, если рассматривать исходные сроки по 4 года, он отсидел уже 5 сроков по 4 года. 20 лет. Вот. И потом еще был срок Медведева 4 года. Вот. И таким образом он де-факто идет на шестой, а вернее, де-юре идет на шестой президентский срок исходный, а де-факто, поскольку и медведевский срок это был срок Путина, то идет уже на седьмой срок. Вот. Но вообще, конечно, это дело сделано по минимуму. В этом смысле я оказался прав. В том смысле, что я вам говорил, что не будет, скорее всего, проезда Путина по Москве, по пустой, как это было раньше, потому что он испугается беспилотников украинских, он испугается каких-то там дронов украинских, он испугается ракет украинских, действий партизан. Вот, это так и произошло. Он, в общем, приехал прямо из рабочего кабинета, проехал просто там 500 метров на машине от одного здания в Кремле до другого здания в Кремле. Вот, речь действительно была очень коротенькая, присяга вообще там 30 секунд была. Вот, ну, потом он под дождем постоял, значит, посмотрел, как ходят эти самые Кремлевский пост, полк, и потом в Благовещенском соборе, в маленьком соборе Благовещенском, ему, значит, патриарх там, значит, наговорил всяких вещей, но говорил довольно... Он его потроллил, с моей точки зрения, да, потому что он сказал, ну, я вам желаю там до конца века править. Вот, потом, значит, сказал, что типа вы должны пример подавать. Вот, патриарх говорит, вы вообще-то это самое должны быть верующим, типа, ну, молитву не забывать. Ну, Путин так покивал, да, типа, каждый день молюсь вообще, целыми днями. Угу. Мы ему так и поверили. Вот, так что, в общем, все это дежурное, конечно, мероприятие. Мы понимаем, что, кстати, патриарх никаким патриархом не является, он даже верующим не является и христианином не является, потому что он тоже ему сказал, давай вперед, Вова, убивай. И он сказал ему, вы такой добрый человек. Добрый человек. Да, вот человек, значит, облачен в рясу в церкви, Путину сказал, что он добрый. И что вообще это его, так сказать, благостное дело он делает ради там церкви, народа и так далее. То есть больше ахинеи вообще этот самый человек сказать не мог. Вот. Но это, кстати, я разбираю. У меня вот я закончил у себя книжку, которая называется «Худшие друзья». Это, значит, вот про Путина и патриарха. Она у меня выйдет через полтора месяца во Франции. Да, Сергей, а вот если говорить о том, как на инаугурации было много людей, и разные там Володин, ну все пропагандисты, Симонян, все, кто вот преклоняются к Путину, кто несут его пропаганду, даже Стивен Сигал стоял, ждал Путина, очень тоже интересный персонаж, но что хотелось бы отметить? Кадыров, как он выглядел, как он и шел, и как он снимал свою курточку. Вот видим, что он как-то шатался, вот именно специально я сделал стоп-кадры, шатался, и потом, когда он снимал куртку, он не мог сам это сделать. Двое человек ему помогали. Ну, на самом деле, вы знаете, я не считаю, что это так. Это на самом деле у него было два лизоблюда, которые помогли ему снять курточку. Это всегда приятно начальнику, что два лизоблюда есть, которые помогут. Патриарх, кстати, шел гораздо хуже его. Вот. Нет, Кадыров выглядит не самым худшим образом. Вот, так сказать, все-таки его туда позвали, все они рады.
Вот, вы сам, вы знаете, на все это собрание, то есть понятно, что они не заслуживают нашего внимания. Самая неприятная штука была то, что туда пришел французский посол. Да, то есть пришло 7 послов из стран Западной Европы, в том числе Франции. Да, потому что там, ну, Словакия, Венгрия, Греция, это понятно, там Кипр и Мальта, это понятно. Вот, то есть либо маленькие страны, ничего не значащие, либо откровенные путинские. Вот. А вот Франция – это неприятная вещь, потому что французы могли бы своего посла туда не посылать. Вот, кстати, Сергей, может, вы как-то можете объяснить, вы Францию знаете гораздо лучше, чем я там или наши зрители. Вот что это был за ход от Макрона? Потому что глава дипмиссии Европейского Союза Барель сказал, что лучше никого не посылать. И то, что вы упомянули, что представители и Венгрии, да, были, это понятно, потому что они марионетки Кремля и Путина. Но вот что за ход Макрона? Сначала он говорит, что я буду вводить войска, если надо, в Украину, а потом присылает посла. И что интересно, потом же Франция обвинила Россию в запугивании, потому что там вызывали посла Франции, да, и что-то там ему говорили о том, что высказывал официальный Париж. Да, ну, в принципе, то, что вызывали посла, это понятно, потому что когда ваше правительство что-то там говорит, то и другое правительство не очень довольно, то оно вызывает посла и высказывает ему фи. Вот, это не является запугиванием, это, так сказать, выражение своей точки зрения, к этому надо быть готов, потому что французы, кстати, точно так же вызывают регулярно российского посла и высказывают ему свою фи по поводу того, что происходит на международной арене. Вот. Ну, французы, это вообще-то, в общем, такая, к сожалению, вещь такая макроновская. Он, я вам уже не раз рассказывал, что у него политика и вашим, и нашим. Вот это, причем политика не только в международной деятельности, а даже внутри страны. Вот когда он шел на выборы 2017 года, он даже считал, что это заслуга его, что вот у него политика и левым, и правым. Он одновременно и с левыми, и с правыми, то есть он какие-то части своей программы взял у левых, какие-то у правых, вот, и говорил, что вообще теперь мир не должен делиться на левых и правых, а вообще должен делиться на прагматиков, которые берут лучшее и у тех, и у других. Вот, и в этом весь Макрон, то есть, в принципе, это у него всегда было, вот, и он одновременно может говорить о том, что он пошлет, значит, войска в Украину, и если его Зеленский об этом попросит, и если там россияне, значит, либо дойдут куда-то там, куда им не полагается идти, там типа до Киева, до Одессы, либо еще какая-то третья страна нападет на Украину, и вот тогда французы могут рассматривать вопрос о том, чтобы посылать свои войска. И при этом он же перезванивался с Путиным 100 часов во время начала войны, он ездил к Путину, он принимал Путина у себя, он пытался Путина вернуть большую восьмерку. То есть в этом смысле для меня, откровенно говоря, ничего нового нету. Я просто разочарован, потому что если смотреть на Макрона за последние месяцы, то складывалось впечатление, что он из себя разыгрывает такого мирового лидера, который способен взять на себя ответственность и начать, наконец, проводить такую серьезную политику, в том числе жесткую по отношению к Москве. На самом деле, ну, понятно, что человеческую природу изменить очень сложно. Если человек сам по себе вот так себя позиционирует, то он может, конечно, заявлять на определенном этапе чего-то такое более белликезное, так сказать, более воинственное. Вот. Но затем возвращается всегда его, значит, личные качества. А личные качества Макрон – это и вашим, и нашим. А, Сергей, также, конечно, я хотел бы вспомнить важный визит. Впервые с 2019 года лидер Китая Си Цзиньпинь в турне поехал Европой, Париж, потом Венгрия, потом Сербия. Что интересно, почему именно он выбрал Париж, почему там не другие страны? И вот хронология визитов, да, и только потом, после этих всех встреч, Си у себя дома принимает Путина. И на фоне этого много заяв о том, что Путин якобы говорит Минобороны Российской Федерации, давайте мы исследуем удар ядерную боеголовку. Вам не кажется, что вот Кремль не очень доволен тем, что вот Си Цзиньпинь сначала едет в Европу, а потом уже встречается с Путиным?
Ну, я об этом говорил, да, действительно, что не просто, что Си Цзиньпинь поехал в Европу, а потом встречается с Путиным, а то, что Си Цзиньпинь еще туда поехал тогда, когда у Путина инаугурация, и потом 9 мая. То есть Си Цзиньпинь ему портит картинку, потому что в Европе в основном рассматривают визит Си Цзиньпиня, и Путин отошел на задний план своей инаугурации, которую, ну, посмотрели, но не больше, чем проходной сюжет. Вот, за исключением специализированных каналов, которые там и разбирали его немножко больше, чем все остальные. Вот, и в этом смысле, конечно, да, чувствуется, что там есть какие-то разногласия. И, кстати, это разногласия не первый год, потому что я вам рассказывал тоже на вашем канале, и с вами у нас разговор был, Игорь, в свое время, и с вашими коллегами, о том, что когда Си Цзиньпинь приехал в Москву, он же сократил свой визит на один день. То есть там были осложнения. Путин к нему не послал встречать его премьер-министра, а послал вице-премьера. Вот, то есть там были, на самом деле, взаимоотношения. И сразу после того, как Си Цзиньпинь уехал, Путин объявил о передислокации нестратегического ядерного оружия, тактического ядерного оружия в Беларусь, что, в принципе, для Китая считалось неприемлемым. Вот, так что в этом смысле нельзя говорить, что Путин полностью такой вассал Китая, и что у них там все розово, на самом деле, и что Китай, типа, вот что Си Цзиньпинь скажет, что Путин и сделает. Нет, на самом деле это не совсем так. Вот, и то, что Си Цзиньпинь сделал свою поездку именно во время инаугурации заседания Евразес и победоносия путинского, это, в общем, был демарш не самый дружеский для Путина со стороны Китая. Почему во Францию? Ну, потому что Франция, во-первых, все-таки выделяется из европейских стран тем, что она является постоянным членом Совета Безопасности, тем, что у нее есть ядерное оружие, тем, что Макрон в последнее время явно совершенно претендует на роль европейского лидера, на которого, вот, так сказать, Шольц, в общем, не может претендовать, потому что у Германии все-таки нет всего того, что я вам сказал. Uh-huh. Вот, хотя вот в последние дни там Шольц съездил в страны Балтии и там встречался с тремя президентами, вот, и там разговаривал с военными и так далее. То есть он, в принципе, какие-то у него подвижки, кстати, произошли. Он сказал, что вполне приемлет теперь Германия использование, например, процентов по арестованным российским активам для того, чтобы передавать 90% этих процентов Украине в помощь, значит, на вооружение и на восстановление своей экономики. Вот, то есть в этом смысле у Шольца есть попытки перехватить у Макрона инициативу, но это ему пока что слабо удается. Вот, и поэтому, в общем, это был, конечно, успешный ход дипломатии французской добиться визита Си Цзиньпиня первый раз за последние 5 лет в Европу, именно во Францию. Сюда к нему приехала Урсула фон дер Лайен, европейская, из Брюсселя, для того, чтобы тоже, так сказать, вести переговоры от имени Брюсселя. Вот, то есть, конечно, это успех французской дипломатии. Да, Сергей, и вот, кстати, также президент Литвы Науседа говорит, что нам нужно улучшать отношения с Китаем. Вам не кажется, и вот Макрон также сказал, что Си Цзиньпинь поддержал то, чтобы, когда будет проводиться Олимпиада в Париже летом этого года, чтобы прекратить огонь не только в Украине, но и в Ближнем Востоке, другие конфликты и войны. Вам не кажется, что вот европейские страны начинают очень сильно сближаться с Китаем, чтобы переубедить, да, немножко склонить к себе и оттолкнуть Китай от России? Ну, такое есть, это действительно дипломатия такая есть. Она, кстати, не только в западных странах, она есть и в Украине. Потому что президент Зеленский тоже говорил о том, что надо сближаться с Китаем. И Кулеба говорил об этом. То есть, на самом деле, это нарратив, который есть, это понятно всем, да. Но здесь, я думаю, что не стоит переоценивать возможности Си. Как я вам говорил, у Си... Си не отдает приказы Путину, то есть он может там замолвить слово, и то надо убедить, что, значит, он должен замалвивать это слово. То, что они с Макроном там согласились, что нужно делать какое-то перемирие, это вещь, которая никому, никого ни к чему не обязывает, потому что это, в общем, знаете, как, ну, вот мы там встречаемся, вы говорите, а какое яркое, хорошее солнышко. Ну, почему не согласиться с вами, что хорошее, яркое солнышко, да, вот когда меня к этому ничего не обязывает, я с вами соглашусь, что действительно хорошее, яркое солнышко. Вот точно так же Макрон и Си Цзиньпинь сказали, что неплохо было бы во время Олимпиады, чтобы там достигло какое-то перемирие олимпийское и так далее. Понятно, что этого не будет,
Этого не будет ни в Украине, ни в Израиле, нигде не будет. Вот. И понятно, что это заявление и Франции, и Китая ни к чему не обязывает ни Францию, ни Китай, ни особенно остальной мир, и тем более ни Российскую Федерацию, и ни Израиль, и ни Хамас никакой-нибудь. Да, и поэтому, в общем, это разговор ни о чем, потому что я вам напомню, что дипломатия – это как раз на три четверти разговор обычно ни о чем. Да, потому что она для этого и придумана. Вот, и разговор, но разговор с людьми, с которыми не всегда приятно разговаривать. Но делаем вид, что это, так сказать, мы пересиливаем себя. Вот для этого типа дипломаты и нужны. Вот, точно так же, как вот Макрон послал своего посла на инаугурацию Путина, для того, чтобы просто сказать, что вот у нас есть посол. Но мог посылать не посла, он мог послать там, если уж захотел послать кого-то, он мог послать, допустим, я не знаю, там, атташе какого-нибудь маленького, вот, но не посла. Или там советника-посланника, не первого человека, он послал посла. Вот, извините за тавтологию, да, послал-посла. Вот, и это дипломатические ходы, которые никому, никого ни к чему не обязывают. Сергей, также хотел вас спросить о том, что вот представитель Белого дома, да, сказал следующее, что они не отправляли на инаугурацию никаких своих представителей, но они будут называть Путина президентом. Что интересно, что еще в марте они говорили официально, что они не признают выборы на временно оккупированных территориях Украины. Мы понимаем, когда проходили вот так называемые выборы, там тоже якобы проходило голосование. Вот как это понимать? Вот в марте они не признавали, а здесь они будут называть Путина дальше президент. У меня складывается впечатление, может, я ошибаюсь, что вот США, Европа, они как-то склоняют к каким-то разговорам, каким-то столам переговоров, потому что могли же Соединенные Штаты Америки сказать, что они не признают Путина президента, потому что логично, что в марте они сказали, что это оккупированная территория Украины, и такого быть не может. Знаете, к сожалению, вот в чем проблема. Я для себя это понял, но вот я для себя повторю вам такую вещь. Вот вы знаете, у нас, значит, вот в том доме, где у меня есть квартира, у нас там раз в год собирается общее собрание жильцов. И у нас там есть два неприятных жильца, которые доставляют нам постоянно проблемы. Один из них полусумасшедший. Но мы понимаем, что мы с ним сделать ничего не можем. Да, потому что вот у него есть права иметь эту квартиру, и мы лишить его этих прав не можем, и поэтому мы вынуждены жить с такими вот жильцами. И все. И вот Российская Федерация, и вот на дипломатическом уровне, это примерно то же самое. Вот у нас есть общая квартира, которая называется «Планета Земля». Угу. С этой планеты Земля нельзя стереть территорию, которая называется Российская Федерация сейчас. Если только она сама не распадется в результате какого-нибудь там внутреннего процесса на различные другие составляющие, вот тогда мы будем заниматься тем, что мы будем признавать или не признавать эти новые составляющие. Но вот пока она есть, мы вынуждены с ней жить. И вот этим, это такая же проблема, что как вот в кондоминиуме, и раз в год собирается Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, и туда приезжают северные корейцы, туда приезжают иранцы, туда приезжают россияне, туда приезжают еще всякие там диктаторы африканские и так далее. И все сидят в одном зале, и нельзя их оттуда выпереть никак, потому что они все равно проживают на планете Земля. И вы их не можете лишить права проживать рядом с вами. Это очень неприятно, это может быть убийственно, это может быть преступно, то, что они делают, но лишить права проживать их на планете Земля вы не можете. Вот с этим, вот это надо, вот если вы это поймете, и если наши зрители это поймут, то вот тогда они поймут, почему Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, говорят, что они считают, не признают выборы, значит, российские, которые были проведены на оккупированных территориях в Украине. При всем при том, они признали выборы, проведенные на всей остальной территории Российской Федерации, и при всем при том, они признали Путина легитимным президентом этой страны, потому что если они его не признают, то с кем они будут общаться? И кому они тогда будут предъявлять условия по поводу, например, контроля над ядерным, химическим, бактериологическим и другим оружием, которое размещено на территории этой Российской Федерации. То есть, грубо говоря, если вы их не признаете, значит, там никого нету, и значит, тогда любой человек начинает там делать все, что хочет, и ни одно государство на это никогда не пойдет. Вот это надо понимать.
Очень хорошо вы объяснили, Сергей, реально, вот теперь есть понимание, я думаю, зрители тоже поймут, почему нет такой категоричности, которую хотели бы мы, украинцы. Хотел бы также вспомнить, Сергей, о том, что вот в июне будет в Швейцарии проходить саммит мира, много будет представителей стран. Что интересно, правда ли то, что важность этого саммита заключается также и в том, что, припустим, например, и Франции обыкновенные граждане не очень знают детали войны России в Украине, и нужно, чтобы они в первую очередь поняли, что Украина хочет защищать себя и хочет мира, а не воевать, как говорит официальная пропаганда Кремля, мол, они готовы разговаривать, они готовы сесть за стол переговоров, а вот Украина не хочет. Да, самое главное, что достигает этот саммит, это то, что Украина поняла в свое время на международном уровне, что ей надо тоже предлагать переговоры. Потому что получалось, что только страна-агрессор говорила о том, постоянно о том, что она готова для переговоров, а Украина говорила, что мы с Россией переговоры вести не будем. И вот, и это было сломано, вот этой, когда все это дело понял и офис президента, и Министерство иностранных дел Украины. И тогда Зеленский вышел с предложением о том, что мы готовы говорить о мире, но у нас есть своя собственная формула мира. Вот она есть у России, она есть у Китая, она есть у там, какой-нибудь Южной Африки, она есть у Папы Римского. У нас вот тоже есть формула мира, и мы готовы эту формулу мира обсуждать. Это именно формула мира. Мы можем, так сказать, устраивать какие-то международные встречи, созывать представителей стран и им объяснять, какова наша формула мира. Вот это для этого и создан эти саммиты. Там их уже прошло две штуки, по крайней мере, это уже будет третий. Вот. Каждый раз на него приезжает гораздо больше, там, чем предыдущие. Mm-hmm. То есть вот сейчас ждут, что более 100 стран приедут. Китай не собирался, теперь вроде едет. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть на самом деле это, конечно, вот с этой точки зрения важно. Но ничего более. То есть не надо ждать от этого саммита мира в Швейцарии того, что все сразу присоединятся к формуле украинской, и все согласятся, и все будет замечательно, и мир будет белый и пушистый, и будет розовый, и мы будем с вами пускать розовые пузыри. То есть на самом деле это такая форма, ну, если хотите, пропаганды, форма ИПСО, форма дипломатической работы для того, чтобы подготавливать, с одной стороны, координировать работу стран, которые поддерживают Украину, а таких стран много десятков, и, с другой стороны, переманивать на свою сторону те страны, которые сомневаются, которые воздерживаются при голосовании в Организации Объединенных Наций или даже голосуют против. Вот для этого существует такая вещь. И это тоже дипломатическая работа. Но, как я вам сказал, что дипломатическая работа на две трети – это разговор ни о чем, с людьми, с которыми не очень приятно разговаривать о чем бы то ни было. И напоследок, Сергей, хочу вспомнить о том, что к 7 мая, к так называемой инаугурации, фонд Навального, да, выпустил фильм, где он опять показал дворец Путина в Геленджике, якобы реконструкция, очень все роскошно, скрытая камера, много комнат, все дорого, богато. Но что меня интересует, Сергей, вот это наверняка могло бы шокировать людей, которые... живут в нормальных условиях, я говорю, демократия, да, где ты строишь какую-то карьеру. А здесь показать еще раз россиянам то, что Путин великий, Путин же имеет дворец, мне кажется, это не повлияет вообще никак, или все же как-то может удивить Российскую Федерацию и его жителей? Нет, я здесь с вами абсолютно согласен, эта вещь совершенно никого не удивила. Она была любопытна, потому что на самом деле, вот когда даже был первый фильм про этот дворец, его посмотрело много миллионов людей, там я слышал цифры сумасшедшие, там 130 миллионов просмотров этого фильма было. Его, кстати, на Западе смотрели, но его смотрели любопытство, да, вот что вот видите, какое вот место, а вот здесь вот шест такой, а вот здесь спальня Кабаевой, хотя Путина с Кабаевой никто никогда в жизни не видел, и Путин не женился на Кабаевой 10 лет уже после развода со своей женой. Я считаю, что все
эти слухи, это абсолютные слухи, которые ничего под собой не имеют абсолютно. Это все для отвлечения на негодные объекты. Вот. И этот фильм тоже ничего не сыграет, потому что это ремейк, это такая, ну, значит, дополнение, довесок. Вот, как помните, ну, я не знаю, вы, конечно, не жили при Советском Союзе, а мы покупали тогда многие товары развесными, да, когда, значит, в магазине вот у вас не нарезка была, а когда вот просто там батон колбасы, и вам там отрезали. Вот если вы вам просто отрезали, то вам сообщали цену. А если вы хотели купить вот ровно полкило, то там сначала отрезали какой-то кусок большой, а потом делали довесок. То вот этот фильм, этот вот довесок к этому большому куску, просто чтобы дойти, так сказать, до некого целого. Он доказал, вот даже первый фильм, что он никого абсолютно не шокировал в Российской Федерации. Потому что в Российской Федерации живут рабы, которые привыкли считать, что если человек начальник, то ему по должности полагается богатство, полагается, значит, дворцы, полагаются машины и так далее. И против этого никто абсолютно не восстает. Для этого нужно достичь уровня специального развития, такого, которого достигли, например, там, в Канаде или в скандинавских странах европейских, где это считается неприличным и политически некорректным. То есть вот в скандинавских странах, там, я не знаю, министр иностранных дел Скандинавии, Норвегии, например, не ездит на... не летает на специальном самолете, а летает за границу с делегацией, обычным рейсом норвежским, эконом-классом. Вот, а, допустим, премьер-министр Норвегии в субботу-воскресенье ездит сам за рулем своей машины и заправляет ее собственным бензином. Вот этого для того, чтобы дойти до такого понимания того, что государственное, что мое личное, до этого в России очень сильно далеко. В России считается, что если ты стал начальником, то тебе по должности полагается все содержание, которое есть вот там в эти дворцы. И Путин, кстати, этим делом пользуется многократно, потому что у него много таких дворцов. На самом деле в этом дворце, по-моему, Путин не был ни разу, и вообще в этом дворце такое впечатление, что там все кресла завешаны какими-то полиэтиленовыми пакетами, что их вообще никто никогда ими не пользовался, что в нем вообще никто не живет. Да, вот видите, значит, там, значит, они просто поставлены, типа все готово для того, чтобы кого-то там принять, но никто туда не ездит, никакая Кабаева туда не ездит, никакой Путин туда не ездит, и вообще это просто построили, и неизвестно, будет ли это использоваться или не будет это использоваться. Кстати, Сергей, все же хотел бы вас спросить, вспомнили о Норвегии, да, о том, что эконом-классом летают должностные высокие лица этой страны. И вы сказали, что Россия к этому далеко. А нужно ли это России? Нужно ли это именно в каком-то плане менталитете? Да? Мы говорим о том, что права и свободы, демократия. Готова ли к этому Россия и хочет ли этого Россия? Нет, конечно, сейчас абсолютно не готова. И не только Россия к этому не готова, даже и Франция, допустим, да, потому что у нас тоже во Франции считается, что у президента должны быть резиденции. Они пусть не такие шикарные, но у президента Франции есть там Форт Бригансон на Средиземном море, у него есть, значит, частная такая, ну, типа дачи в Версальском дворце, значит, Трианон, дворец Трианон. У него есть еще несколько других резиденций официальных. Вот, он их использует, но как правило, это все-таки используется не просто для каникул президента, но а также для всяких там визитов, для приема иностранных гостей там, и так далее. Для этого страна, конечно, должна созреть. И на самом деле, чем выше страна находится на уровне развития, тем меньше она вот, значит, этим золотом, значит, так сказать, перед этим золотом придыхание у него какое-то. Вот, достаточно посмотреть, ну, на богатые арабские страны, Эмираты какие-нибудь или Саудовская Аравия, они тоже все любят это золото, вот они тоже любят для своих шейхов и эмиров, значит, огромные дворцы. То есть чем южнее и чем меньше развитие страны, тем больше этого золота и придыхания. Российская Федерация в этом смысле находится на очень низком уровне, и ей очень еще далеко до, там, я не знаю, до Скандинавии или до Канады. Сергей, спасибо за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы, в том числе и так называемой инаугурации Путина в Кремле. Спасибо вам. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Сергій Жернов, експробітник КГБ та зовнішньої розвідки Російської Федерації. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою.